Доброе утро, друзья. Ух. Хорошо. Просто кайфово. Любые дебри в Подмосковье все равно слышно населенку. Ну да, всего 8 километров до станции. Жду кофе.
Ну что, друзья, я довольно давно уже на маршруте вышел. Такой, ну, скажем так, очень хорошо знаемой мною тропе. И отсюда где-то часа полтора до станции. Мне надо поторапливаться, потому что после трех дождь обещали. И реально... Солнышко, которое было утром, сдуло. Вот и притащило какую-то облачность. Так что дождь верняк будет. Вот такая вот штука. Ладно, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал в Дзене, там тоже много интересного. И, друзья, ходите в походы, но с правильной подготовкой. И будем вместе продвигать адекватную походную движуху. С вами был Андрей Чайкин, позывной Геныч. Пока!